Медиа-красавицы сыграли в боулинг. Прекрасная половина журналистики доказала, что умеет не только писать, но и не уступает в спорте. А Кубок Акима города выиграла команда нашего телеканала. В соревнованиях приняли участие 20 девушек. По итогам напряженной борьбы третье место заняла сборная различных газет «Сарсулуо». Второе место – девушки телеканала «Хогам». Команда нашего телеканала завоевала первое место. Соревнование очень хорошо прошло, мы очень рады. Конечно, очень волновались, когда выступали, но потом, после первого раза, наверное, как-то свыклись и уже легко пошло. Все равно все-таки чувствуется праздник. По организаторам всех еще раз поздравляю с 8 марта.